Для 12-летней Алины это дебютный первоюнский турнир. Волейболом она занимается меньше года, но уже связывает будущее с этим видом спорта. Я хотела бы поступить в Луганскую школу спортивную. Но я пришла, не умела ничего, а сейчас я умею многое. Я умею нападать, подавать. Воспитанники спортивной школы хорошо потрудились в прошедшем сезоне. Сборная мальчиков завоевала серебряные медали чемпионата области. Девочки стали четвертыми. В заключительном турнире участвовали и творцы тех побед, и те, кто пока не попадает в основной состав. Всего 4 команды. Да, нравится. Тренер у нас самый добрый в мире. Тем, что там надо думать очень сильно и хорошо думать, все интересно. Это командная игра, тут весело. Две команды мальчиков и две команды девочек. Возраст 2000-2001 год рождения. Тренера у нас Тереза Сергеевна Ахмедова по мальчикам, мальчиков тренирует. Шатила Сергей Юрович мальчиков. Хвач Оксана Валерьевна, она и мальчиков тренирует, и девочек. И Тамара Ивановна Ляднова, она тренирует девочек. Естественно, каждый тренер выставляет свою команду. Наши соревнования проходят при поддержке управления молодежи и спорта. И я хотела бы выразить слова благодарности директору общеобразовательной школы номер 4. Участники сыграли по разу с каждым соперником. Тренеры отметили, особенно захватывающими получились игры между мальчишками и девчонками. Но зачет все же был в своих категориях. Среди девочек победили подопечные Тамары Ляднова, ученицы 4 и 20 школ. Среди ребят команда Терезы Ахмедовой, сборная нескольких учебных заведений. Александр Ковальчук, Игорь Вершинин, новости, телеканал «Луч».